Итак, первое золотое правило для абсолютно каждой женщины. Я никогда не отдам всю себя до последнего мужчине. Я могу повторить еще раз. Я никогда не отдам всю себя до последнего мужчине. Вы, наверное, можете сказать, ну как это так? В отношениях каждый человек должен выкладываться на полную. Да, вкладываться в отношения каждый должен в равной степени. И мужчина, и женщина. Но когда речь идет о том, что женщина отдает всю себя, свои ценности, свои чувства, свои эмоции, то есть она начинает предавать себя где-то, мужчина воспринимает это как излишки каких-либо состояний женских. Вот смотрите, богатый человек, у которого есть много денег, у которого есть изобилие, он успешен, он может позволить себе поделиться с людьми, у которых, возможно, нет возможности там, лечить себя, купить себе одежду, еду. Он занимается благотворительностью, меценатством и так далее. О чем это говорит? О том, что человек достиг определенного уровня в своем развитии, в своем достатке, в изобилии своем и готов поделиться с людьми. Каким образом тот, кто принимает дары благотворителя, относится к этому человеку? Он понимает, что это состоявшийся человек, у которого есть много всего, и из своего изобилия он делится с нами. Вот когда мужчина в отношениях с женщиной видит, что женщина жертвует всем, он даже не подозревает, что она отдает последнее. Он думает, что она делится своими чувствами, эмоциями, своими ценностями, своими интересами, жертвует ими, потому что ей просто не надо. Ей так хорошо. А женщина действительно выкладывается в отношениях. Она может отказаться от общения с подругами, от своего развития, от своих потребностей, только лишь для того, чтобы быть мужчине где-то угодной, удобной, для того, чтобы у него не возникало мысли, что она слишком много просит в отношениях. Мужчины не понимают этого. Это первое золотое правило. Я никогда не отдам тебе последнего, потому что если я отдам тебе последнее, я буду злиться на тебя, я буду агрессивный, я буду обижаться и буду требовать, чтобы ты вернул мне мои долги.